Два брата Валера и Никитос родились в начале лета на огородах Балыкова. Женщина с соседнего участка подкармливала и отгоняла от них собак. Неравнодушная саровчанка пыталась пристроить косят в приют, но на тот момент мест не было. В группе Мурдома разместили объявление, на которое откликнулась подписчица и взяла Валеру и Никитоса на передержку. Побыли до того момента, пока женщина могла их содержать. После этого переехали к одному из волонтеров на квартирную передержку и находились там. Их изначально было больше, однако сестричек и братик разобрали, и вот они остались вдвоем. И сейчас они ищут дом уже из приюта. Они оба очень классные мальчишки. Единственное, что Никитос чуть поосторожнее, чем Валера. Валера, он очень любопытный, он очень интересующийся, но при этом довольно спокойный. То есть, насколько можете видеть, он у меня отлично вообще сидит на руках, как влитой, даже не пытается у меня забежать куда-нибудь, где интереснее. Братьев обработали от внешних и внутренних паразитов, сделали первую прививку. Совсем скоро будет вторая. По достижению 6 месяцев их нужно будет только кастрировать. Волонтеры отдадут котят в добрые руки, без самовыгула. Валера и Никитос станут отличной компанией для детей. Свой дом также ищет Норис, или, как ее зовут юные волонтеры, Чернила. Это черная девчушка, ей тоже примерно 3,5-4 месяца. У нее тоже имеется, у нее уже полная вакцинация, у нее имеются все обработки. По характеру она совершенно очаровательная игрунья. Она очень ласковая, она любит сидеть на ручках, она любит носиться, бегать, прыгать. И ей немножко грустно одной сейчас, потому что она сидела вместе с 5 братьями и сестрами, их было так много, и они никогда не грустили совершенно. А тут вот одна последняя девочка остается на броне, и вот она, получается, остается в одиночестве, поэтому тоже очень хочется найти ей дом. К выходу этого сюжета Валерии Норрис удалось найти любящих хозяев. А вот Никитос, как и десятки других котиков и кошечек, все еще ищет заботливые руки. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51 или пишите в группу приюта ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.